Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Оу. Блин, полы липкие, тут все вместе мозги. Тут повсюду мозги. Привет. Кулинарию. Давай твою тряпку я на полу протру. Я говорю, крэп. Здорово всем. Привет, привет, привет. Можешь чуть-чуть развернуть в ту сторону? В ту? Да. Не хочу попадать. Да, чувак. Манагу. Чего корона? Вот эти? Да. А чё в туре, где все города нету Мурманска? Ты белым лекарство варишь? Не, он выздоровел. Белый выздоровел. Здоровье белого. Святой источник воды, пожалуйста. Нормальная вода? Святой источник, хорошая вода. Это не реклама. Там иконы, да, кстати. Да я знаю, что вы приебались к моим иконам. Отстаньте от них. Вечно спрашивают. Мы спалились. Мы религиозные, мы настоящие христиане. Религиозные фанаты. Подожди, не христиане. Как это? Христиане. Да, мы христиане. Христианины. Нет, неправильно. Короче, забей. Где белый? Белый опять, не застали белого. Ушел. Призрак. Крышка. Привет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Православные. Православные, вот это слово. Да. Что вы имеете против этой касты людей? Мы варим лапшу. Мы почти досняли клип. С белым все окей, не волнуйтесь.
Как вы думаете, на какой трек клип? В Екатеринбурге будет, конечно. Конечно. Твоя мама шлюха. И ты долбоёб. Дробовик, дробовик. Дробовик. Как жизнь? Нормально, братан. Сколько дней в Риге? 2 дня мы в Риге, скорее всего. Да, мы только закончили. Только закончили, мы весь день снимали. Итак, вода почти закипела. Да, это новое кулинарное шоу. Вилял Кукинг. Вы в Казани на заброшенной фабрике будете выступать? Серьезно? Мы в Казани на заброшенной фабрике выступаем? Нам ничего об этом не сказали. Еще, наверное. Я, к сожалению, не вижу, что вы пишете. Сейчас, подождите, попозже покажу вам люстру, может быть. Ты как дед присматриваешься. Кто что там пишет? Что? Говори, что пишут, просто говори тогда, я буду... Мне нужны очки. Что? Очки. После концерта с вами можно будет сфоткаться? Люстры нет, есть иконы. Но иконы мы не будем показывать. Да, ну его нахрен. Еще уедем куда-нибудь. Гон отъедешь. Urban Explorer! Нет, мы устали, не пойдем на Twitch. Привет!
верств. Сколько верств? Там такие длинные сообщения. Быстро. Тут подписчики интересуются. Я голос твоих подписчиков. Ваших подписчиков. Я вижу, что только люстру просят. Иконы в фасаде это заставят молиться. Ты веришь в суп? Ты веришь в суп? Я варю суп. С тобой что-то не так? Ты веришь в суп? С тобой что-то не так? Ты что, больной, что ли? Из Китая. Не из Китая. Мы поклоняемся вот этому. Макаронному богу. Вот он. Нет! Больной, что ли? Мы поклоняемся монстру богу. Пусти! Пусти! Капюшон надеюсь. Возьми пацана с собой. Так, сколько времени сейчас? Сколько сейчас времени? 0:58. Я не знаю, этого хватит. Наверное, хватит. Как вкусно. Что они спрашивают? Озвучу. Они пишут. Я не хочу присматриваться к где оттуда. Монстра моего не обижать, понятно вам? И про себя там ебать говорите. Если он для вас выглядит жутко, это не значит, что он на самом деле такой. Красота в глазах смотрящего. Когда Белый снял маску? Здорово, парни. Вчера. Статуя из... Это не статуя, ну ты чего? Это я. Правильно. Правильно. И 100 очков достается. А они тебя слышат? Смептука. Они тебя слышат? Мне кажется, нет. Нет, вы слышите? Я устала, я не хочу ни в какие кадры, ни за кадры и ни перекадры. Вот. Он зелье варит. Ну-ка спой, ну-ка зачитай, ну-ка спой. Посоли макароны. Это совет оттуда или ты советуешь? Или это там говорят? Так, меня друзья позвали, слышишь ты, вонючка сразу. Сам ты дура. Сам ты дурак. Сам ты дурак. Сам ты дурак. Очень жестко хитят уже. Хочу и кричу. Где соль? Где соль? Пиздец, я сейчас опозорю. Ее надо откручивать или открывать? Ну, там крышку снимаешь, а, снимаешь и крышку. И она типа... Фу! Там написали Юля завали ебали. Кто это написал? Можно его за... Кто это сказал и написал?
себе. Ну и что вы там несете? Не боитесь, что с вас маски снимут. Попробую.